Ребята, всем привет! Сегодня я оказалась в ресторане Тенгиз, пришла я на бизнес-ланч. И, собственно, сейчас с вами делаю обзор. Вот такая здесь красота. Я заказала себе салат с бужениной, пасту с горбушей и десерт. Салат мне уже принесли. Вот так он выглядит. Картинка, которая представлена в рекламе, совпадает с реальностью, что, конечно же, очень радует. Хлеб подают вот такой емкости. Горбушу мне еще не принесли. Пасту с горбушей принесут чуть позже, и я вам тоже все покажу. Ну вот, как обещала. Паста с горбушей. Вот так она выглядит. Давайте для сравнения, да, понять, что какой объем. Ну, все красиво. Будем пробовать. Давайте посмотрим с вами, что тут такое. Угу. Ну, горбушу я вижу. Тут что-то помидорка, судя по всему. Воду есть. Знаете, на что похоже? У меня в детстве мама также по вкусу что-то такое же делала, как ни странно. Очень похоже на какой-то вкус детства. Ну, вкусно, интересно. Ну, вот, ребята, мой десерт. Вот такая вот пироженка. На вид очень красивая. Такая подача. С такой вот вилочкой красивой. Ну, давайте посмотрим. Крышечка закрыта. Что это? Сливки. Это похоже на... Вот эти заварные, не крем, а заварное тесто, да? Вот на это очень похоже. Вкусно. Мне нравится. Ну что ж, ребята, хочу показать вам свой чек. Вот мой чек. Вот насколько все вышло, 410 рублей. Я наелась, очень даже хорошо. Вкусно, мне понравилось. Вот сам ресторан Тенгиз. Ага, на площади Советов. Вместо того, чтобы на эту сумму брать какие-то тошнотики, да, какую-то пищу не очень свежего качества, да, я считаю, лучше сходить в хороший ресторан и вкусно покушать. Даже просто посидеть в этой атмосфере. Я люблю так делать. Периодически это практикую. Наполняюсь благородной энергией, я бы это так сказала. Мне это очень нравится. Всем хорошего дня. Пока-пока.